90 миллиардов. Смотрите, большая часть, она была куплена институциональным инвестором, то есть Байтереком, да? И это не первая операция, когда Байтерек покупает, точнее, ЕПФ покупает облигации Байтерека. ЕПФ – это инвестиционные деньги, которые должны крутиться, которые должны зарабатывать. И они должны вкладываться в надежные финансовые инструменты. В их числе есть государственные ценные бумаги, это 100% гарантированные. И, конечно же, это облигации квазигосударственных объединений, которые на 100% принадлежат правительству, государству. Это Байтерек, который приносит хороший доход. Вот. Эти деньги практически тоже, у них суверенный рейтинг, потолок это суверенный рейтинг, у них такой же рейтинг международных финансовых организаций, поэтому эти деньги это надежные вложения. Плюс это поможет реализовывать инфраструктурные проекты, в частности по закупу пассажирских грузовых вагонов, которые очень сильно необходимы. Там у нас 50% изношенность грузовых и пассажирских вагонов. Причем это будет делаться, вагонами, они все отечественные поставщики будут поставлять, соответственно, деньги будут оставаться в экономике, крутиться в экономике. Эффект, он такой многослойный и большой в целом для экономики. Рабочие места будут создаваться и так далее.